Так, друзья, исполнилось 16 часов по московскому времени. Вот, ну а дальше как в сказках, а это действительно сказка. Разве это может быть, а? Вот. Наверное, нет, поэтому Шахерезада начинает дозволенные речи. Да, брат. Да. Ну, ошибся, наверное, на единичку. Ну, с моей памятью. Пусть будет 167, я потом уточню. Спасибо за подсказку. А, или даже 9. Ну, я тебе верю, ты больше меня знаешь. Все, я исправил. Спасибо, брат. Ага, ладно. Спасибо за подсказку. Знаете, мы с братом такую команду составили. Вот. Такая команда была у Натальи Медведевой и Ольги Исаковой. Вот, тоже. Это как бы противовес. Вот. И вот что интересно, да? Как они сейчас локти кусают, что связали железами. Боже мой, нашли мальчика для битья, уважаемого, мой же сверстник, за 70. Брата, вот инженера, высшее образование, в том числе сельхоз. Они об этом не знали. И когда это самое поняли, что влипли капитально со своими этими самыми смертельными подсказками, решили его выставить, ну, невеже, мягко говоря. И вот ее мнение. Я почему повторяюсь? Потому что я сейчас ее благодарить буду, ее и Ольгу. Итак, мне это не интересно, я кандидат наук. Вот, у меня шикарное образование. Где тут это? У меня шикарное образование. Человек с умным видом несет чушь, он металлург. Смотреть его фото еще чего. Смех лучшее оружие. Я профессионал, ученый-селекционер. Я потом ее раскрутил, оказалось, что ее ученый-селекционер, это есть такая трава, называется люпин. Трава. Вот. И она новых 6 сортов люпина вывела. Вот. Ну, зачем она, будучи люпина этим, наоборот, как что ты полезла, так абрикоса. Вот смотрите, 110 грамм, это в моем саду растет, видите? Ну, в этом году поменьше, уже 120 не было, то есть последний год. Вот. Но, тем не менее, у меня есть еще как бы свидетели, те, которые ко мне приезжают регулярно, Турсунтус Кабилов, вот, значит, аспирант Госуниверситета Красноярска Елена Савинич. То есть я их на рынке не покупал. Ясно? Вот что интересно, мне сливы обидно. Вот по сливам я отстаю. Привозят из Средней Азии. Вот такие сливы, 150 грамм. Я умираю от зависти. Думаю, ну вот сейчас куплю, косточки посажу, проведу. А что такое селекция? Ну, друзья мои, что тут не понять-то? Побольше косточек, побольше посадил, по принципу, лучше лишние вырастут, чем не взойдут. Потом они не успеют еще замерзнуть, они в Сибири замерзнут. Быстренько раз и на наше место подвое. Все сделано. Вот, и стою я возле прилавка вот с такими сливами и вздыхаю. И вздыхаю. Потом вспомню, сколько мне лет. Друзья, теперь это ваша будет забота. Почему? Мы будем говорить о прививке сливы на абрикосы, прививке абрикосы на сливы. Это следующий этап. Первый этап – достичь невозможного. А почему она, это пишет, что я профессионал? Она и ученый-селекционер, и главное – шикарное образование. Она знает, что уже все открыто. Вот она вызубрила, помните, там была Ольга, ее, это, как ее, соплеменница. Ну, с одного этого, с одной теми развития. Как она это? Две цитаты. Я их обе нашел. 30-е, 50-е года. Доказано, вегетативной гибридизации нет. У меня каждое дерево вегетативный гибрид. Понимаете? А она пишет, думаю, не стоит знать. И вот после этого вступления, я вам говорю еще раз, попросите ее кто-нибудь. Это она же одна из тех, кто погоду делает на крупнейшем канале. Там 1 100 000 подписчиков. А вот, скажем, 1,5 миллиона. Попросите ее посмотреть. А мой брат, которого это они просто оскорбили, как человека, как гражданина России, как неравнодушного, как садовода, который вырастил за 6 лет мои персики,
довел до плодоношения. И мои абрикосы за 6 лет с нуля. Вот. Все-таки он был инженер-то, электромеханик, а не этот. Не ботаник. Его, и не этот, не агроном. И вот получается что? Значит, когда пишется «Думаю, не стоит знать», вот, она проходит, Наталья, мимо чего? И в то же время, мне кажется, кто-то на небе там какой-нибудь не самый лучший ангел нашептал: «Давай, давай, Наталья, давай, давай, это, Ольга, давайте их это». Почему? Главное разбудить в железу бойца. Разбудили у обоих. И что получается? Что получается? Вот. Теперь я несколько со всех сторон подхожу. Вроде бы все понятно. А я еще фотографию. А я снова в деревню. А я еще несколько фильмов снял. Заметили? Спасибо, друзья, кто прислал, кто 200 рублей. Вот, кто 500 рублей. Последние. Вот. Спасибо Ребрику за 10 тысяч. Вот. Огромная помощь. Я сейчас их леплю каждый день. Кто не верит, зайдите на мой канал. Вот. А что значит леплю? Сейчас поймете. Там же есть отзывы, там есть комментарии. Начинается уже паскудная борьба. Вот. Стенка на стенку, ведь это же здорово. Я хочу сейчас поблагодарить Наталью Медведеву, кандидата наук, шикарным образованием. Правда, почему-то своего нету знаний, только эти. Ну, траве, наверное, разбирается в лепении, но не более того. Вот. Значит, она мне дала возможность еще протянуть это, еще, может, на 5-10 вебинаров хватит. И поверьте, все это постепенно, подспудно я готовлю. Вы, наверное, заметили эти кусочки. Кто бы знал, открываю тайну, Павел Троценко вот с этих вебинаров, вот такие кусочки с фотографиями выбирает, переводит текст, и глава книги номер 4, глава книги номер 4, третья глава, пятая, десятая глава. Книга готовится. Другое дело, потом, если по подписке не соберем денег, ее не будет. Но сейчас лично моя задача, это его работа, он редактор. А моя задача простая: доказать до конца, чтобы это было. Понимаете? Вот сейчас я ничего не преувеличиваю, это нормальный диалог, вернее, монолог, но какой? Несколько минут назад кончилась передача под названием, есть телеканал «Усадьба», так? Сейчас скажу, «Удачка», нет, все-таки «Усадьба». Вот. Она на моем экране заменила ту самую, не к ночи будь вспомнит, а телеканал «Бобер». Там, где каждая злобная передача была направлена на то, чтобы уничтожить это, и вообще уничтожить сад. Это было. Возможно, после моих проклятий, я же посылал повсюду эти самые свои отзывы, вот. Может, ее просто отменили, и я вас прошу, у кого она есть на экране, может, ее только... У нас же кабельное телевидение, что хотят, то и показывают. Постепенно то одно отменили, я к ней привык там смотреть, то другая появилась, дурацкая какая-то. Вот, 24 часа в сутки показывают, как копают золото. 24 часа в сутки. На черта мне знать, как его копают. И, ну, вот мое золото. Вот Наталья Медведева, это мое золото. Почему? Она мне дала возможность вместе со своей подругой Исаковой. Исаева это гений, а Исакова это, ну, из тех, которые хорошая память.